Родину и жизнь любить начинают в детстве, в этом нет сомнений. И о ее защите тоже узнают еще маленькими, если взрослые своих героев чтут и помнят. С годами ветеранов остается все меньше, но те, кто еще в строю, рады всегда встрече с подрастающим поколением. И такие минуты запоминаются на всю жизнь. Накануне праздника 9 мая воспитанники подготовительной группы детского сада Нальмас аула Кашхабль поздравили ветерана Великой Отечественной войны Магомета Бакархаштова с Днем Победы. Сегодня пришли к дедушке Магомету, чтобы поздравить его с наступающим праздником, пожелать ему крепкого здоровья, бодрости, сил и долгих лет жизни, сказать ему большое-большое спасибо за мирное детство, за чистое небо над головой. Дедушка Магомед, наши дети вам хотят прочесть стихи. Давай, Алан. Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдаты подарили вы планете великий май, победный май. Еще тогда нас не было на свете, когда в военной буре огневой, судьбу решая будущих столетий, вы бой вели, священный бой. Еще тогда нас не было на свете, когда с победой вы домой пришли. Солдаты мои, слава вам навеки, от всей земли, от всей земли. Благодарим, солдаты, вас за жизнь, за детство и весну, за тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем. Дорогой наш ветеран, с Днем Победы поздравляем! Долго жизни и здоровья очень крепкого желаем! Вы нам счастье подарили, мир и небо голубое! Перед вами мы застыли со склоненной головой! И от всей души спасибо, не устань говорить! За мечту смех ребячий искренне благодарить! Не забыть нам этой даты, чтоб покончилась войной. Победителям солдат сотни раз поклон земной. В благодарность ветеран сказал напутственные слова и дал мудрые жизненные советы. Именно в такие минуты проникаешься милосердием и теплотой по отношению к старшему поколению и ветеранам Великой Отечественной.